мы тебе решили обратиться за помощью. Ты, может быть, слышал, у нас есть очень серьезный, глубокий проект, он называется «Национальный ответ». Нет. Суть его очень простая. Любое предприятие, которое тратит больше, чем нужно, неважно, электричество, оно неэффективно. Человек, который ест больше, чем ему нужно, обкрадывает страну, и Путина в частности. Путин может все, но он не может похудеть за отдельно взятого человека. Нам в этот проект нужен хедлайнер. Мы решили, что это будешь ты. Потому что ты, во-первых, медийный, во-вторых, веселый, и в-третьих, тебе есть куда расти. То есть наоборот. Ну я и занимаюсь без проекта этим. Нет. Я понял. Ты должен в проекте. Мы тебя сделаем одним из 5 главных людей в проекте. Нам нужны такие крутые челы.